Надо просто прыгать, крутиться в то время, когда... Да, блин! Так хорошо шли! Козел! Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Сега, Сега, Сега. Не знаю, вот этот звук, он после каждого нажатия слова Сега, но вообще мне писали 3 раза надо это нажать. И мы попадем верхний, слева, вправо в дебаг мод. А дебаг мод, он в принципе, я понять не имею, нахрен он нужен. Но давайте вот это на всякий случай все поставим. Но с ним мы можем сразу выбирать вот эту битву. Слава тебе, Господи! Сразу выбирать эту гребаную битву. Не надо перепроходить этот чертов долбанный туман этот с этими Эггманами, Тейлзами и Наклзами и прочим говном, которое все время подыхает и подыхает и подыхает. А мы тем временем снова, да, начинаем бороться, сражаться с нашим Соником Экзе. Если кто-то не понимает, что сейчас происходит, значит, вы не видели прошлых серий. А если вы не видели в прошлых серий, вам дорога в правый верхний угол подсказки. Сейчас будет ссылка на эти прошлые серии, на плейлист, в общем-то. Так, пришло время покончить с вами. А, какой злобный ублюдок. Итак, смотрите. Рассказываю план действий того, что я сейчас буду пытаться достичь. Во-первых, взять кольца. Берем кольца, и таким образом мы становимся... Ну, как бы у нас появляется жизнь. Если у нас есть хотя бы одно кольцо, мы имеем право просрать. Мы имеем право позволить этому ублюдку нас задеть. Правда, после этого наши кольца выпадут. А вот когда у тебя колец уже нет, то все. Каждое следующее прикосновение к этому гандону, ну и к шипам, соответственно, смертельно. Поэтому надо все время иметь кольца при себе. Так, тихо, аккуратно. Да, вот сразу же просрал. Теперь, стоп! Да стоп же, козел. Так, стойте, стойте, стойте. Блин, неправильно встал. Неправильно встал. Дело в том, что... Объясняю, объясняю. Тут есть одно место, где я остановился, и практически меня ни разу не задело. То есть, я не могу сейчас найти эту точку. Наверное, не надо пытаться ее искать. Наверное, я буду просто уворачиваться от этих пружин. Пружины снизу вверх, они как бы нас подбрасывают, и они идут вот такой ниспадающей лесенкой. Это закономерность, которую я обнаружил. Когда тренировался, я перед записью 5 минут потренировался. Уж надеюсь, вы не против, потому что мне не хотелось начать отсасывать по полной программе сразу же, как только я запущу игру. Хотя я, в общем-то... В общем-то, так оно и случилось. Я проиграл практически сразу. Окей, еще раз. Давайте пробуем. Кстати, да, о моих планах. Я же хотел сказать, что я буду делать. Я буду пытаться получить хорошую концовку. Не лучшую, обратите внимание. Тут есть еще лучшее. Я буду пытаться сейчас получить в рамках этой серии хорошую. Хорошее заключается в том, что нужно ударить ежика меньше 15 раз, а можно вообще его не бить, в принципе, и все равно она будет, эта концовка. Поэтому... Так, тихо, стоп. О, вот так, увернулись, встали сюда, смотрите, видите, лесенка, лесенка. Прыгнули, встали сюда. Вот так вот и четко, так я 3 минуты и протяну, наверное. Должно получиться. При этом у меня еще есть кольца какие-то, по идее. Так, стоп, аккуратно. Не прыгай слишком высоко, чувак, ты башкой в пружинку ударишься. Нам оно не надо. Хотя, я вот смотрю, таймера нет, вы знаете, ребят? Может, его надо все-таки чуть-чуть ударить, этого ежика, иначе вообще это будет бесконечно. Нет! Глядите! Окей, он там с Наклзом сражается, то есть продолжается это дело. Как раз вовремя! Молодец, молодец, Наклз, врежь ему хорошенько. Так, что это? О, черт, это какого еще хрена? А, надо прыгать, да, когда стрелочка вверх, окей, вот про это я не знал. Не знаю, может, мне кто-то про это писал, но я прям все не читал, чтобы все не спойлерить. Вы же понимаете? Ах ты, елки, твою мать, я не... Там надо было вверх, а я не вверх. Да, как ты... Блин, сволочь! Сволочь такая, а? Кому я это сказал? Кто сволочь? Так это я, криворукий, блин, мудил. Он-то чё, он-то не сволочь. Надо было прыгать, чувак. Я же на Z нажимал. Так, и все заново, да? Печально. То есть, видите, моя задача не только в том, чтобы продержаться сейчас. Моя задача еще и в том, чтобы правильно там пропрыгать через всякое говно. Придурки, вы действительно хотите победить меня с помощью энергии мастера... Ой, ну ты все это уже говорил, чувак, в прошлой серии. Очень умно, Наклз. В любом случае, пришло время покончить с вами. Да, этот потрясающий диалог, я его не озвучил буквально, когда он первый раз в этой серии высветился. Я говорил о своем. Это, я надеюсь, не особо никого не расстроило, потому что можно все это дело прочитать, да и диалог он такой, я бы не сказал, что он прям такой супер увлекательный. Тем более, что мы его уже слышали в прошлых сериях. Окей. Значит, по-прежнему кручусь, верчусь. Кручу, верчу, Соника Экзе победить хочу! Ха! Как прекрасно, я просто стихослагаю, какой я молодец. Так, стоп. Сюда перепрыгиваем. Отлично. Ну вот видите, в принципе, если разобраться вот в этой последовательности пружинок,
То, что они идут вот такой не спадающий. А, куда? Куда? Мать твою! Нет, нет, нет! Вот один раз затупил слегка, немножко промахнулся и все. И говно полное сразу. Сразу все плохо, видите? Так вот, я что говорил, когда эту последовательность выкупаешь, ну вообще элементарно становится. Босс элементарно. То есть, ребята, хорошую концовку мы с вами сегодня точно получим. Вот лучшую уже сложнее, потому что его надо там 15 раз ударить, еще поуворачиваться. Это я не знаю, это правда сложно. Но вот эту хорошую... Так, давайте, бежим, значит. Вверх. Вверх. Отлично. Так, еще вверх. Замечательно, замечательно, замечательно. Так, вот сейчас вот где-то надо будет прыгать. Давай, вот так. Хорошо получилось. Так, есть. Блин, надо четко это... Да я ж нажал. Что за... Ух ты, зараза! Ух ты, за... Сволочь! Угомонись! Да угомонись-то, Христа ради! Поди валерьяночки выпей! Ты какой-то бешеный чувак. Ну, в принципе, смотрите, тоже. Не сказать, что очень сложно, надо просто ритм выдерживать. Просто вот прыгать, и нормально. И вот в этом моменте я его даже могу... Я его даже ударил случайно 3 раза! Как я умудрился, не знаю, опять бежать или что? Да, смотрите, опять бежим вверх! Вверх. Слушайте, я... Тут даже хорошую концовку получить пипец как сложно. И вот я чувствую, сейчас где-то будет написано вниз, а я как дурак прыгну, да? Оу! Стоп. Какая последовательность у него? Я его ударил, смотрите. Так его сейчас можно бить прям без проблем, да, или что? Он что-то вообще меня не повреждал. Сволочь такая. Как? Почему он в этот раз меня повредил, а до этого нет? Надо просто прыгать, крутиться в то время, когда... Да, блин! Так хорошо шли! Козел! Вонючий ублюдок! Как он меня достал, а? Это я вот на это я уже смотрю в который раз, блин. Окей, я снова поймал этот ритм. Держу ритм, все прекрасно. Он ни черта мне не сделает. Ублюдок, да, конечно, давай, крутись, вертись. Быстрее тебя затошнит от этих твоих движений, чем я поддамся на твою... Ой, смотри, я его даже случайно ударил. Ты такой лох, чувак, я даже не хочу тебя ударить, и то у меня это выходит. Так, окей, прыгаем вверх, сейчас не отвлекаемся, сейчас нужно собраться. Да блин! Блин! Почему заново? Вот сейчас с самого начала, ну почему именно так? Почему с самого... Почему не начать вот с этой вот беготни? Нет, мы сейчас опять будем стоять и уворачиваться от всего этого дерьма. И главное опять смотреть вот эту вот гребаную сцену, как эти два придурка, и он напротив стоит, господи. Да хватит уже. Enter, Shift, мать его, что-нибудь. Хоть что-нибудь нажать. Чтобы это прекратить. Нет, не получается. Давай, расскажи, как ты с ними поквитаешься, гандон. Так. Вот уже лучше. Уже намного лучше получается. И опять это говно. И сейчас опять не пройду, что ли? Не, хотелось бы верить, что пройду. Так, давайте вот здесь вот прыгаем. То есть... Почему-то это работает. У меня 19 колец, в принципе. Там еще одно кольцо, но я... Но я не побегу за ним из жадности. И не просру вот такую потрясающую телегу. Посмотрите, как у меня получается. Я именно четкий нашел такой... Четкую точку, в которой он меня не ударяет, когда я вот так вот кверху подпрыгиваю. Раз, то есть все нормально, смотрите. Хорошую концовку, ребята, мы все-таки получим. Я начинаю в это все больше верить. Плюс у меня 19 колец, если он меня сейчас ударит, я быстренько подхвачу хотя бы парочку. Плюс я ему уже 2 раза втащил, сам того абсолютно не желая. Поэтому нормально, живем, ребята. Ежик наш, который слева, естественно, окажется победителем. А тот, который справа, окажется вонючим, порванным гандоном. Ты че охренеть? Как он это, блин, сделал? Твою мать, я не понимаю. Так, окей, еще раз подпрыгиваем вверх. Чувак, ты просто достал уже меня. Сколько это будет еще продолжать? О, так. Похоже, что захватчик ослаб. Пришло время совершить очищение. Это должно выбить демона из Соника. Но также имеется риск. Уничтожить разум ежа. Но у нас нет выбора. Начнем. Риск уничтожить разум ежа, я понял. Эпично. Ой-ой-ой. Чё, бежать куда-то опять или что? Так, ну хорошо, давайте торопимся. Все двоится, троится, как у алкоголиков. Ран. Ну я бегу. Я бегу, стараюсь, как могу. Ран, давай, ран. Чё ты такой медленный, ёжик? Ты чё, на транквилизаторах каких-то?
Почему ты медленный и почему ты двоишься? Я не знаю, что происходит. Все переходит в какую-то полную вообще жесть и дичь. Похоже, ты не можешь победить нас. Пришло твое время гореть в аду. Да, вот пусть он погорит немножко в аду, этот ублюдок. Пожалуйста, поджарьте его хорошенько. Посолите, поперчите ему сраку, я не знаю. На сковороде его прям так, а-та-та-та-та, со всех сторон. Похоже, он мертв. Как это мертв? Как это мертв? Как это мертв, блин? Вставай давай! О. Из него что-то вылезает. А, призрак ежика вылез у ежика из сраки. Ежиковской. Прекрасная картина. Вы получили хорошую концовку. Е, мадафака, е, да, отлично. Ху-ху-ху, какая радость. Ну, еще что-то будет сказано? А хорошая концовка, подождите, до меня дошло. Он же умер. Как это понять? Он же умер. Какая хорошая концовка? О чем речь? Хорошо, когда ежик умирает. Прекрасно просто. А лучшее, это, наверное, он умрет и попадет в рай, да? Также хотел бы спросить, вам понравилась эта игра? Да, чувак, понравилась. Мне только вот очень интересно твое определение слова «хорошее». Если да, я счастлив. Если нет, я понимаю вас. О, чувак, слушай, ну, я рад, что ты такой понимающий, но в любом случае спасибо за вашу поддержку. Без нее я бы никогда не закончил эту игру. Я рад, что ты такой понимающий, но, пожалуйста, ты вот мне вот что скажи. Ему хотя бы организуют достойные похороны-то, я не понимаю, просто чтобы концовка была прям совсем уж хорошей. А то, понимаете, просто когда главный герой умирает, как-то не чувствуется позитива. Окей, давайте, наверное, мы закончим. Я все время, частенько, точнее, может, не все время, но, по-моему, почти все время заканчивал эту игру на темном экране. Давайте закончим ее на вот этой картине замечательной. Та-т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 а
нами. Впереди у нас еще лучшая концовка, ее я рассмотрю в следующей серии. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, жмите поделиться, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании под видео. И все на этом. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.